36 победных турниров у Марии Шара. Впервые, в общем, в этом матче она захватила инициативу. Во всех предыдущих случаях ей приходилось... Классическая шараповская комбинация, которая прошла у Шараповой сейчас. Скоро спасовала мячи по углам. Этим ударом очень легко. Ну, вполне возможно, что сегодня не лучший день вообще. Ну, первый брейкпоинт Кербер, мобилизовав все свои волевые. Мария Шарапова. На арену Родная Ловера. И посмотрим. В момент, когда она выполняет удары. Вот особенно, например, когда она на бэкхенде, который она реально косо направила мяч, неудобно в первом сете. И Шарапова легко обработала этот мяч с бэкхенда. О том, как решат сейчас арбитры. Идет по 15. Воздух у Шараповой для того, чтобы подготовить. 3-3. Шарапова будет сразу же бросаться в атаку. Сейчас, конечно, вот слышали вот по даже по звуку, по топанию ног. Три. Кербер будет подавать на матч.